Начну разбирать сине-зелено-коричневого. Что здесь нового, интересного? Вот этот цвет темно-бирюзовый. Есть стеклянные детальки по две. Вот, смотрите, здесь еще такая антенка. Много-много стекла. И вот здорово. Есть еще руль. Еще одна антенка. И зеленое стекло. Одна. Да, здесь одна. Вот. Еще вот оси. Еще можно какую-то машину построить. Кто смотрел мои предыдущие обзоры, тот знает, что я люблю так складывать детальки одна с одной, они так меньше теряются и виднее, сколько каких деталей вообще есть. Вот такой красно-желто-розовый пакет. Очень много таких классных деталек. Вот стекла красные, желтенькое стекло, опять же вот руль, два флажка, антенна. Замечательно, такие разные виды креплений, такие вот Pearl Gold. Белый пакет следующий. Еще куча гранаток здесь. Антенны вот такие. В этом пакете мы видим деталей не очень много, но они все такие разнообразные и полезные. Таких вот таликов раньше не было. И вот бывало такие ситуации, когда очень хотелось, чтобы они были. Вот стеклянные интересные, хорошие вещи. Разнообразие глазок для животных, каких-то анимированных машинок, роботов, что-то такое. Вот антенки, различные крепления, такие, 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 вот интересные. Опять же стекла, ветровое стекло для машин, классно. Вот еще 4 колеса, наверняка в черно-серых для них найдутся шины. И вот еще 2 детальки. К ним дополнение, наверное, будет в черном или в сером цвете в следующем пакете. Последний нераспакованный пакет черно-серый. Тут много шин, у которых был вопрос, есть ли для тех колес, которые были в других цветах, шины. Так вот они есть и много. Я разложила все, что касается колес, вот в эту сторону. Тут вы видите обычные пластины и кирпичики. Ну вот такой вот не было у нас в серии классик детальки. И очень много здесь таких деталей, которых не было. Вот эти вот турбины, 2 штуки. Вот. Опять же такие подвесочки.
вот к третьему, второму вагончику, к поезду. Ну или что-то еще можно сделать. Вот таких деталей совсем не было ни в каком цвете. Вот. Есть два руля, две палочки, столбики, три, раз, два, три. Вот. Вот такие были в белом, теперь и в черном. Можно делать какую-то такую шахматку. Да? Белый, черный, ну, классно. Вот. Или такси. Вот. Вот эти вот новые. Не было в классик таких деталей вообще. Вот. Такая деталь она была, но в такой в юбилейной серии, там где разные человечки еще тоже мини-фигурки. Вот. Если ее относить к классик, то да, она была там. Вот еще такие. Вот. А вот они, эти две детальки для беленьких, которые были в прошлой пакете. Вот. Это прям то, что всегда не хватало в наборах классик, чтобы что-то делать под углом. Вот уже крышу можно делать под углом, ну и какие-то еще технические моменты. Да, вы уже так представляете, да? Так вот. Классно. Вот вещь. И много шин, которые можно использовать. Вот такие же, как в автобусе. Два колеса, две шины. Это вот, помните, там в предыдущих пакетах были коралловые. Можно эти серенькие сюда колеса. Вот еще много колес. Вот много шин. Для уточки там четыре колеса голых. Вот четыре шины есть. То есть набор великолепный. Набор шикарный. Очень много деталей, очень много колес, шин, разные их комбинации. И если у вас, особенно если у вас не было набора 10715 предыдущего с колесами, то этот вариант, конечно, ну просто must have. Если вы любите собирать что-то движущееся, катящееся, транспорт, роботов, это ваш вариант. Я, вы видите, я в восторге от этого всего набора. Так что ждите новых видео, новых моделей на моем канале. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.